Волонтером может стать каждый. Именно об этом рассказывают детям волонтеры клуба «Искорка добра». Незрячий берет сопровождающего под локоть. И сопровождающий должен идти чуть-чуть впереди незрячего человека. Клуб «Искорки добра» существует в Березовском уже 9 лет. За это время накопилось много полезного опыта, которым волонтеры делятся с ребятами. На семинаре школьникам рассказывают о разных проектах клуба и о том, как каждый из нас может помочь. Потом, когда ребята пройдут вот это все обучение, мы будем с ними участвовать в различных волонтерских мероприятиях. Собирать мусор, продавать газеты, которые, выручку от газет будем отдавать, например, больному ребенку на реабилитацию. Мы будем проводить различные игротеки для детей с инвалидностью. В общем, будем ребят таким образом вовлекать в различные волонтерские мероприятия. А вы знаете, что такое инклюзия? Инклюзия – это когда... молодежь с инвалидностью может заниматься вместе со здоровыми подростками теми же делами. Участники школы волонтеров узнали, с какими трудностями сталкиваются люди с разными видами инвалидности и как им правильно помогать. Самые смелые попробовали выполнить задание, например, налить воду с закрытыми глазами и застегнуть рубашку одной рукой. Если вы общаетесь с человеком и вам нужно куда-то отойти, вы предупреждаете человека о том, что я сейчас отойду, потому что может сложиться следующая ситуация. Я что-то увлеченно рассказываю, человек отходит, и получается, что я разговариваю с пространством. При этом, то есть я только потом понимаю, когда я человеку что-то спрашиваю в ответ, и мне нет ответа, и я только потом понимаю, что человек отошел. Знаете, выглядит не очень со стороны. Это важно, потому что ситуация может создаться следующая, что здоровый человек увидел человека с инвалидностью, он очень хочет помочь, но при этом он не знает, как помочь. Вместе весело играть – первый проект, с которым на практике познакомились новые волонтеры. Впереди у ребят с инвалидностью и без еще много совместных добрых дел. Мне кажется, быть волонтером – это важно и интересно, и полезно для любого ребенка, потому что, когда он с детства знает, что есть люди, которые нуждаются в помощи, и что он может им помочь, несмотря на свой возраст, какое-то социальное положение, то он потом вырастает очень вдумчивым, добрым. Ольга Голубева, Георгий Мхитарян, Компас ТВ.